Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть в мини-титанов. Ребята, всем привет, у нас мини-титаны, и мы продолжаем наши приключения, а именно... Мы прокачиваем наших героев, проходя испытания в Лиге Справедливости. Да, ребята. У нас уже седьмой разряд, и мы хотим как можно больше подняться. Да, мы хотим больше подняться и развить наших героев, чтобы любой противник и любой турнир нам был нипочем. Ну, естественно, показать вам как можно больше боев. Фабрика смеха Джокера. Заводные челюсти обязательно заставят тебя улыбнуться. Ну, мы знаем, что это такое, это очень опасная вещь. Да, и теперь нас они будут подъедать на протяжении нашей битвы. Так, понимаешь? Ну что, мы берем нашего друга, да, нашего, да, Джокера. Джокера берем. Кого берем? У него, смотри, 9-го левел, на самом деле, противники. Давай, может, возьмем вот этого? А? Вот этого? А кто это у нас? Или Крокса. Все советуют давай, Крокса. Да, Крокса, давайте берем, берем его. Враги Бэтмена, плюсики даются. Окей. Ну что ж, ну ребята, что? Приступаем к битве. Первый бой, и я надеюсь, мы сейчас успешно сразимся. У нас первый будет выступать Джокер, мы сейчас запустим свои кусачки. Если нас не атакуют. Ну конечно, у нас опа! Еще... Опа, понеслась. Давай. Ах, надо было... Не получилось. Не получилось. Тихо. Вокруг давай, может нас... сейчас получится. Опять, слушай. Вокруг нас кусачки, да, поэтому просто мы кусачки, не поэтому сделать. Нам очень... Опять не получилось, что ли, бросить? Да. Да, надо срочно менять, надо срочно, слишком мне кажется... Слишком много кусачек, поэтому, ребята, мы не успеваем использовать нашу способность. Опа-на, на 30-ку, слушай. Слушай, я думаю, что не трогай его я пока. Я думаю, его, да, его сейчас добьют эти, как-то он называется, кусаки, да. Кусаки его добили, ребята, и у нас... Челюсти, да, вот слушай, эти заводные. Слушай, у нас нет преимущества, не используй пока способность. Может, ну, я жду, вот теперь можно. Не-не, почему? Он просто был под щитом, а теперь все нормально. Шикарно, мы вынесли еще одного, ребята. И нас... я думаю, сейчас еще раз одного вынесем, 40... Опа, нет-нет. Классовое преимущество, плюс 5 у нас была удача. Или и... это преимущество классовое? Ну, короче, я не знаю, что-то много всего выпадает, но мы его точно добьем. Да, добили? Да, добили, ребята, это было реально легко. Мы, смотрите, у нас уже герои выходят на такой левел, что... скоро мы в сложную дверь пойдем. Да, можно будет попробовать сыграть в сложные двери, но для этого нам нужно, чтобы все наши герои были, ну, круто прокачаны. Ну да, хотя бы 25 левел, чтобы был, да? Ну, наверное, да. Мы в прошлый раз проиграли. Так, что мы будем прокачивать? Везение, уклонение или мощь? Давай мощь. Хорошо. Крок получает немного мощи, и мы продолжаем. Слушай, мы в прошлый раз с тобой как раз копили вот эти вот звания, да, или как разряды. Да. И не, проиграли. Вот эти вот, 5 подряд, когда видишь, 5 побед, и тебе дается бонус. Да, мы еще получаем здесь, ух ты! Брат по крови! Слушай, у нас, по-моему, такого еще не было, да? Да, вроде не было. Мы скоро соберем все фигурки. У нас уже 8-й разряд, ребята. И скоро реально мы сейчас прокачаемся сильно. По-моему, пойдем. Подписчики писали, что на 10-м разряде дают какого-то персонажа, да, по-моему? Да, давайте дойдем до этого момента. Я думаю, что будет интересно. Смена фигур. После использования способности фигурка меняется. Ну, мы играли уже в такое. Так, берем наших друзей, которых мы прокачиваем. В бой. Да. Слушай, кстати говоря, вместо Робина можно брать, или он у нас как мощный такой. Ну, как персонаж. Такой, чтобы, знаешь, в случае чего мы могли отбиться. Ну да, давайте так будем, ребята. Все-таки Робин, блин, прикольный. Он нам нравится. Да. Так, ну что же, я надеюсь, наши челюсти... Ай-яй-яй. Что он делает? А мощь понизил. Ой-ой-ой. Сбил нашу шкалу. Да, избил нашу шкалу. Вот в чем минус. Вот что мне не нравится, конечно. В Джокере это вот этот вот расклад. Так, ну этот пузырь сейчас будет делать 100%. Да, это было ожидаемо. Да, ребята, ах, Джокер сейчас у нас поменяется, и кусачки. Так, теперь так у нас Крокс и... Так, а что он делает? Лечит, да, первой способности? А, нет, кидает. Нет, масса... кидает массовую атаку. Слушай, если его, кстати говоря, противнить эту атаку первую, было бы круто, на самом деле. Ну да. Так, и давай мощности. Мощный, более мощных сделаем наших героев. Крокс опять такой. Еще раз массово используем, как думаешь? Да, конечно, используем. Смотри, как она близко. Правда, у нас мощность понизили. И смотри, у нас классовое преимущество еще перед... Да что ж там такое, да? Да, что такое? Сейчас пузырь вот этот спадет, и мы атакуем. Спокойно. Атакуем. Да. Берем глыбу. Бэм. Кто-то не, у нас не по всех, да, попал? Да, уклонился. У нас вот это вот красненький. Так, ну-ка, давай. Запусти. Ах, ну вот самый неудачный момент. Да, самый неудачный момент, но ничего.
Сейчас мы на верстах опять этот пузырь, а? Ну ладно, пузырь это не беда, нам бы использовать нашу способность запустить наши челюсти. Лови, дружок. Кстати говоря, кто-то говорил, что есть чип, который увеличивает вот эту шкалу, может да, быть, ставим его. Говоря, да, есть какой-то чип, который действительно может нам помочь. Да, я думаю, сделаем это в любом случае, потому что... И, по-моему, вроде говорит, что у нас даже он есть, этот чип. Даже у нас есть, ничего себе, какие да. у нас бдительные подписчики. И внимательные, очень внимательные, на самом деле, у нас подписчики просто потрясающие. Да, ребята, спасибо, что вы с нами, ставьте лайки. Так, заряжаем 19, бам, вот это было круто. Да, слушай, шикарно, и челюсти до сих пор делают свое дело, а? Да, так, давай усыпим и забросаем все равно челюстями. Будем забрасывать, пусть они его сейчас поглотят, просто по полной. Да, этот урон периодически, он, ну, очень сильно сбивает с толку врага. Смотри, еще один раз они куснут, не куснут. Да, мы уже, Робин всех добил. Победа, ребята, у нас следующий уровень у Джокера, вот это да! Это круто, давай, кстати, сейчас зайдем, посмотрим. Чип же нам не обязательно входить куда-то. Так, что мы качаем? Мощь, да? Давай мощь, да, конечно. Да, пусть посильнее, будет помощнее немножко Джокер наш. Здоровье, я понимаю, что ты любишь здоровье больше всего. Но... не было здоровья. Здоровья не было. Да, мы сейчас можем зайти в нашу башню титанов и там уже посмотреть все наши... Смотри, сразу пол этого дали. Ничего себе, два раза, да, получается? Да. У нас какие-то постоянные... Вот она, башенка сверху наша. Главное, чтобы у нас не вылетала игра. Да, главное, чтобы ничего не вылетало, это реально. Так, моя коллекция, где наш Джокер и чипы. Смотри, время заряда фиолетовых способностей на 50%. Вот этот чип. Мы можем вставить? Да. Нет, этот, разве этот? Да. Оу, ты уже вставил. Да, я знаю. Красавчик. Так, уклонение немного исцеляет фигурок и увеличивает силу на одно. Так, ну это какая-то ерунда. Ну самое что, давай протюнили его. И надеюсь, это реально. Да, ребята, спасибо большое вам за советы. Пишите в комментариях, что нам лучше, как сделать. И мы будем обязательно это делать. К вам прислушиваться, да, дорогие друзья. Потому что вы нам реально даете дельные советы. Вот у нас тофу теперь будет. Так, день тофу. И давай вот этого возьмем. Мы за него играли, что-то... Ладно. Да, что-то он не понравился. Крока. У него первая способность, которая тоже накапливается, кстати говоря, кажется. Да? Ну, видимо, да, я уже не помню на самом деле. Да. Ну что же, Джокер. Надеюсь, теперь побыстрее у него все это будет происходить. Ну-ка, сейчас попробуем, ребята. Так. Слушай, да, действительно, прям вообще, вот да? Это да, два раза быстрее. Это очень большой бонус. Огромнейший. Опа, даже пузыри теперь его никак его не спасут. Ну, мы сейчас просто закидаем челюстями. Мне вот интересно, а как еще быстрее, ребята, если можно сделать эту способность еще быстрее, пишите нам, что нужно прокачать или что нужно сделать. Смотри, мне кажется, мы сейчас силки просто уничтожим. Смотри, 4 челюсти. Да. Офигеть. Это просто что-то эпическое такое, да, происходит? Да. 5 уже? Смотри, мы просто челюстями силки снесли. И Рейвен тоже, смотри. У нас тофу летает, смотри. Да я вижу, я их вылавливаю все, конечно же. Постоянно они подвечивают, то еще что-то. О, какая вот динамит, смотри какой. Опа. О, это не динамит, это кувалда. Ничего себе, ребята. Ну, Джокера, если мы прокачаем, он будет мега крут. А, кстати говоря, еще челюсти нас... Наши там тусуются. Челюсти, конечно же, они там тусуются. А что им еще делать? Так, сон, усыпили бдительность. Короче, ей просто очень не везет. Ой, ребята, еще один укус, и мне кажется, все. Офигеть, мы даже не напрягались. Мы реально даже не напрягались. Да, мы уничтожили одним Джокером 10-й левел. Это круто. Да, и, кстати говоря, здесь очень много выпадает здоровьицы, я думаю, прокачаем. Здесь очень много выпадает опыта. За каждую битву дается по 1000 опыта. Да, это круто, на самом деле, поэтому мы сейчас еще один бой, еще один. И деньги зарабатываем. Все зарабатываем. Опа, и новая фигурка. Да, смотри, мы сейчас, опа. Липкий Джо. Кажется, он у нас есть уже, нет? По-моему, да, возможно, у нас уже он есть. Ну, пусть еще будет. Девятый разряд. Мы уже на пути. О, смотри, у нас как раз золотая какая-то фигурка будет в конце, ты видишь? Да. То есть, когда на 10-й переходит, ну что же, сражаемся. Да, сражаемся. Так, что у нас здесь? Опа, неожиданный отряд. Вот это интересно. Ну, ребята, у нас прокачанные вроде герои все.
Ну, в принципе, Джокер да. Джокер бы нам выпал сейчас. Да, главное, если Джокер будет, то уже хорошо. Ну, если кто у нас? Робин есть. О, слушай, ну тут супергеройский состав. Ого-го, Робин, Рейвен и Киборг. Кстати, за Киборга мы давно не играли. Да, у него 73 здоровья уже. Если мы его выберем... А зачем ты мощь-то увеличиваешь? Ну, чтобы быть просто мощняцкими, как не знаем кто. Мы надо же... было, значит, еще один раз мощь увеличить. А, я отменил на воздействие. Не-не-не, нормально все. Все нормально. Повышенная мощь! Заряжаем! Бам-бам-бам! Уклонение у кого-то было. А, силки уклонился, потому что у него классовое преимущество есть. Над так, Киборгом. И... По-моему, Рейвен быстрее накапливает свою способность. Да. 11. Ну-ка, добиваем! Опа! Котики, смотри, котики, посыпались. Котики, да, котики посыпались. А, они ты... наносят периодический урон тоже? Да. Вот так, это так, да. Ну что ж, мы сейчас повышаем на мощь. И с первого раза. Да, должны с одного удара прямо ну-ка, завалить. Ну-ка, быстрее. Да. Есть, ребята. Полетел бумеранг. Мы так лихо мочим всех врагов. Вот это да. Так, можно даже подлечиться, но подлечиться лучше, например, у нашего... Киборга. Что-то он не подлечился, да? Подлечился. Да, хорошо. Так, ладно, заряжаем на полную мощь. И сейчас мы сразу берем нашего друга. Опа! Робин, давай! И 42 урона сейчас так, будет. Зачем же так много? Да все равно, там 30-ка, 42, все не туда. Вот это да, ребята, вот это разгром, вот это победа. Супер, еще у нас и у Рейвен уровень повысился. Вот круто, вообще да. Круто, вообще крутяк, дорогие друзья, прям вообще супер. Давай посмотрим, что ей выпадет, что можно прокачать. Мощь, да, наверное? Да, давай мощь прокачивай. Все, мощь качаем, мощь это хорошо. Шикарно просто. И сколько сейчас нам дадут опыта, а? Хватит ли нам дойти до как нового раз, разряда? И два. Еще одна битва. Но, дорогие друзья, я думаю, это мы уже сделаем в следующем видео. Да, ребята, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока.